Привет, это GBCU, и сегодня у нас будет такая инди-хоррор игра The Darkness World. Долго грузится? Так, здесь эта игра не просто ужастик, а... Ну, все же. Скромотина там будет хватать. Эу. Что такое-то, а? Нет, долго-долго грузится. Довольно-таки прикольная. Правда, единственное, чем она не радует, один персонаж там надо, будем так назовем. Так, ну... О, блядь. Так. Какой-то мы очнулись у какого-то замка. Приехали мы на Хаммере, но почему-то за колючей проволокой. Так. Бегаем на шапке. Прыгаем на пробел. Ух, ключ взял на кресле. Ай-яй-яй. Короче, сами почитайте. На паузе. Ой, а я побежал. Поддон какой-то. Ладно, вроде мы кило печенье. Так, открывать как? Е, да? Точно, Е. Ну, давайте закроем на всякий случай. А, не закрывается. То есть, чувак. Чувак, что с тобой? Пока не обернешься. Ты нахер. Шкаф не открывается. Ну, блядь, кровище сколько. Ёпрасы, телефона. Телефона, чипчик кушать хочется. Так, ладно. Пистоль! Ты хуйня. Кто пробежал? О, пистоль взяли. Какая-то записка. Ну, все то же самое. Ой, я думаю, персонаж дергается. Так. Ладно. Иди нахуй. Открой. Ой, блядь. Мы же отсюда пришли, я понял. А вот сюда. Хер там это называется. Ну, понеслось. Барышку закроем. Хуй его знает, встанет еще придурок. Хоп! Ночной дозор. Всем выйти из сумрака. Ой, блядь! Сука ты ебливая! Пистолет какой интересный. Со светяшечками. Тихо. Не понял. Куда он убежал? Никого. Ну, хер там. Ладно. Туда лестница. А где вражины? Что-то странно как-то бегают. Ой, блядь. Нахуй. Ой, блядь. Сучара. Блядская, а. Сука, чтоб ты обосралась, тварь. Ладно, побежали. Кстати, он бегать может бесконечно. Мне нравится это. Мне это нравится. Там какая-то ебливая дверь. Нахуй. Кто там бегал? Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ну! Блядь, заебись. Ключа-то нету. У-у-у-у! Ключа-то нету, ёбаный в рот. Побежали. Нам теперь в другую. О, блядь. Сука, Ой, нам не сюда. Нам сюда. Тут, надеюсь, никто не выскочит, блядь. Тихо. У меня, блядь. Блядь, хуй знает. Ну какие-то пидорасы сидят. Эй, чувачки. А чувачки. Ой, блядь! Иди нахуй! Мне кажется, он сам упал. Сука. Конченый
пидорас, блядь! Ой, я ключ какой-то взял. Ой, блядь. Казалось, там что-то было. Ну вот насчет этого чувачка я еще не буду пока все секреты раскрывать. Ой, бля, оу, еще патрончик взяли. Заебтилось. Так, да? Что это было? А что за шкафчики? Слышь? А что, что за хуйня была? Ладно, поебашили отсюда нахуй. Ой, где дверь? Так, а в шкафу есть что? Шкафчик? Хуй. Хуй есть в шкафчике. А, побежали открывать ту дверь. Да хорош тебе хыкать, блядь. Ебанашка. Кстати, в этой игре есть одна очень большая проблема. Я вам потом скажу, какая. Так, тихо. Оп. Ладно. Блять, нихуёвый перс такой был. Смотрите. Бум! И как это называется? Блять. Взять будет. Не тратьте патроны так. У, блять, я какой-то ключ взял. Ебать по нотам. Идите нахуй! Фу, тут кем-то явно закусывали. Бля, там какая-то хуета. Я извиняюсь. Так, ладно. Продолжим. Эй! Ты кого там ешь, сука? Эй, хуйло! Так, держим. Нахуй. Пизду. Я взял ключ. Обхуярили отсюда, нахуй. Самозакрылось. Бежим. Помните, я говорил, что есть один прикол с тем, который в смирительной рубашке-то был? Я ведь на самом деле его не убил, он сам упал. То ли еще будет. Помните, там чувачочек лежал? Какой-то передаст. А, нет, пока еще не сейчас. Чувак! Вставай. Так, теперь нам надо открыть вот эту хуйню. Ой, блядь, она открылась. Ёбаный, вот с первого раза. Такого не бывает. Странно. Я вот, что интересно, я вот, когда вчера, я вчера поиграл просто, она не открывалась. Куплинов играл. Ну тоже не открывалось с первого раза. Да, сука, открылось. Так, блядь. Ой, блядь. Иди нахуй. Как эту хуету взять? Что, нельзя? Блядь! А не пойдешь ли ты нахуй? Сука! Блядь. И? Тихо. Спокойно. Бля, я боюсь, какая нихуя сейчас вылезет, блядь. Опа, сатейка. Ебать, колотит! Да ну нахуй! Что за диско? Куда? Эй! Блять! Так, я свободу, что ты обосрал, блять.
Вот это вечеринка, блядь. А вот теперь будет странный потолок, да? Только тут такой. А вот теперь приколы начнутся с тем чуваком. Вот он, пидор, блядь. Иди нахуй, блядь. Сука, в башку, кстати, лучше всего ебашить. Зум. Сучара. Что, блядь? Два патрона, ебаный в рот! Это пиздярики. Это, мать его, пиздярики. Тихо. Да подожди ты, блядь, день патронов взять бы. Сука. Как страшно она, смотрите, я ее трогаю, и она шершает. Блять, как стрёмно она. Шевершит. Закройся нахуй. Ладно, сама закроется. Блять, а мне патроны нужны. Ёбаный в рот. Чё делать? Вот я ебанат. Ладно, пошлите, может, обследуемся еще раз. Здесь какой-то. Ёбаный в рот, пикет аманю. О, а помните, вот эта дверь была закрыта. Ёбаный в рот. Подождите, эта дверь была закрыта, я не мог ее открыть. Что тут сейчас да будет? Я дверь оставлю открытой. Ебал я это по нотам. Блин. Статуи? Привет, статуи. Перезаряжаем. 15 патрон, блядь. А что такое было? Ебать, там бензопила, блядь. Ну, не сюда, блядь. Заглохни, пидор, блядь. На тебе контрольный, блядь. Ёбаный рот. Нихуя! Вы это видели? А я не знал, блядь. Ой, блядь, надо Купленову сказать, блядь. Охуеть, блядь. А я не знал, что ему еще можно его же бензопилой башку снести. Дима, бля, лови это видео. Так, стоям бы. О, мы вышли с другой стороны к нашему хаммеру. Ебаха, голодиха. Охуенчик. Ух. Блядь, ну вот это эпик был. Взяли, снесли этому уроду башку. Вот она! Любимая, родная. И поехали домой. Фух. Это была игра The Darkness World Indie Horror. С вами был GBCU. Всем спасибо и всем пока.